С Лешей мы знакомы года 4. Совершенно уникальная способность человека настолько глубоко видеть, настолько глубоко чувствовать потребности определенного бизнеса и определенного человека. Для меня это совершенно уникальная штука, потому что консультанты для того, чтобы понять, что нужно бизнесу, они тратят огромное количество времени, анализируют данные, а Леша работает с большим количеством отраслей. И для того, чтобы подобрать человека для определенной отрасли, нужно понять бизнес-модель. Поэтому для меня он совершенно уникальный профессионал, который понимает суть бизнес-модели, в которую нужно привлечь определенный ресурс, который бы прекрасно туда встроился, не только профессионально, но и культурно, и дал бы дополнительный импульс этой бизнес-модели развиваться дальше. Поэтому, наверное, его уникальная особенность именно в этом, что он видит и он чувствует. Если бы меня просили назвать самых профессиональных людей в своей области, которых я вообще знаю, Леша был бы, наверное, одним из первых, которых бы я назвал. Он, наверное, самый высококлассный ювелир в том, что он делает, самый высококлассный профессионал. Он абсолютно профессионален в том, как себя вести с совершенно разными людьми. Вот в этом я им просто восхищаюсь, потому что у меня, например, нет такой толерантности, чтобы вести себя вот так с людьми, которые мне откровенно не нравятся или с которыми я не хочу иметь дело. Насколько я видел Лёшу, он никогда не давал себе возможность вести себя как-то по-другому. Да, и его поведение всегда поведение английского короля, например. Да, вот это поражает. Если бы меня спросили, как бы я хотел выстраивать отношения, как бы я хотел уметь общаться с людьми, наверное, это был бы пример, который я бы назвал первым. Да, я бы хотел уметь общаться с людьми так, как это делает Лёша. Так же легко, так непринужденно, так же изучающе. Ведь я понимаю, что он не просто общается, а он анализирует огромное количество информации об этих людях для того, чтобы потом им помочь найти вот это вот классное дело, которым они будут гореть следующие 3-5 лет своей жизни.